Герои Эллады 3. Афины. Но загружайся быстрее. Приветствую. Игрок. Так. Добавить. Создать нового игрока. Радуйся, славный строитель. Я дочь Зевса, Афина, богиня мудрости и ремесел. Сегодня мне нужна твоя помощь. На заре времен я основала прекрасный город. Белое чудо из мрамора горы Пендры. Благодарные жители назвали полис в мою честь и сделали Афины столицей Аттики и всей Эллады, ее живым трепещущим сердцем. Но в один из дней над Афинами сгустились тучи, и тьма поглотила свет. Злой рок обрушился на город, разрушив его до самого основания. Город пал, а священное древо Афины увяло. Мои силы иссякли. Ныне я беспомощна, как и все смертные. Отстрой город заново. Победи мрак и хаос. И тогда древо воскреснет, а ко мне вернутся утраченные силы. Вместе мы отыщем коварного разрушителя и воздадим ему по заслугам. Скорее, отправляйся в город. Там тебя встретит Эдип, мой верный служитель. Добро пожаловать, странник. Я ждал вас. Меня зовут Эдип. А как ваше имя? Так. Ау. Играет без времени. Я хранитель Парфенона и священной Галилы. Город лежит в руинах, а древо засохло. Нам необходимо как можно быстрее начать спасение Афин. Для строительства нам необходимо золото, а его у нас нет. Мне известны места в Элладе, где сокрыты золото и драгоценные камни. Кликните «Играть», чтобы отправиться в путь. Так, настройки. Музыку уберем. Подсказки. Я думаю, не нужны. А может, и оставим пока? Ну да. Короче, ситуация ничего не напоминает, а? Ладно. Будем и играть.